Привет, друзья! Это истинный следователь. Сейчас хочу опять показать, что воды много собирается с филе курицы. Видите, написано филе. Филе оно стоит прилично, там 250 рублей, даже дороже. То здесь, мне кажется, не должно быть какой-то воды или жира. Для этого есть куриное мясо. Но всегда, когда тут я начинаю жарить, видите, собирается грамм 100, ну 100, ладно, скажем, воды. Мне кажется, они просто мочат филе в растворе. Там какие-то разные растворы бывают, просто чтобы лишние 100 грамм, чтобы с каждого килограмма, например, здесь видите 968 грамм, ну вот грамм 100 здесь у людей крадут, мне так кажется. Может быть, я что-то не понимаю. Действительно, вода постоянно должна течь с курицы, с филе. Но свинину я вот жарил недавно, не было 10 грамм даже ни воды, ни жира. Это все. Пока, ребята.